Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы будем изучать один пинцет. Смотрите, как формы. Это очень интересное устройство, которое работает превосходно по сравнению со своими коллегами, такими как вот эта вот хуйня и вот это дерьмо. Посмотрите механизм работы. Вы просто нажимаете двумя пальчиками вот так вот, и он открывается. Очень просто и в то же время очень удобно. Что мы можем сделать таким образом? Мы можем подхватывать предметы. Обратите внимание на этот болт. Обычный болт. Но сейчас посмотрите, как он преобразится. Мы берем пинцет, раздвигаем его двумя пальчиками, хватаем. И вот результат. Вершина эволюции. Как вам такое нравится? Более того, мы можем подхватывать любые предметы любой толщины. Например, вот эту вот деревяшку. Ее можно даже поджечь. Вот эту деревяшку. И вот эту железку. А сейчас мы проведем один эксперимент над человеком. Подцепим болт.